Привет! Сегодня поговорим немножко о бассейне. Как его чистить, как за ним ухаживать и что вообще с ним делать. Если у вас есть старый пылесос, то не выбрасывайте от него вот такую щетку. Она вам пригодится для бассейна. Потому что, когда мы чистим бассейн, мы можем использовать вот эту щетку и вот такой грузик вместе с такой трубой. Опускаем ее вниз. Она у нас является сразу щеткой и сразу пылесосом. Как это работает? Без электроэнергии и без всяких приспособлений. Погружаем вот это все в воду. А для большего эффекта воду можно раскачать. До тех пор, пока не пойдет вода отсюда. До тех пор, пока вода не пойдет отсюда. Теперь воду затыкаем и выбрасываем сюда. Показываю здесь. Вот она течет. А этот край шланга у нас является пылесосом. Собираем пыль. Все работает без насоса. Вот. Физика. Грузик для того, чтобы щетка не всплывала. И чем мы чистим бассейн? Мы бассейн чистили. Бассейна мы использовали белизну. Использовали перекись водорода, марганцовку разведенную, зеленку использовали. Всякие варианты использовали в прошлом году. В этом году мы используем другой вариант. Без вот этих всех химических. Вот такой обычный вариант используем. Как вы думаете, что это? Это святая вода, набранная 19 января. Заливаем одну бутылку на бассейн. 10 дней бассейн стоит, посмотрите, как свежий. Не знаю, что получится дальше, но пробуйте, это как вариант.